Ну все, друзья, мы в кафешке. Владимир Иванович трапезничать желает. Я не буду, я поел. Дядь Володя захотел. Таня, добрый день. Это мы. Тань, пельмени есть? Нету. Что там у нас, Танюш, котлеты, да? Да, смотри, то горячие. Котлеты, Владимир Иванович, я думаю, тоже будет нормально. Тань, смотри, то горячие. Да-да. Сейчас Владимир Иванович разберется. Кафе «Пароход» у нас отличное заведение. Очень часто здесь бываем. А шапку, дядь Володь? Шапки не сидят за столом. А ты тоже будешь есть? И я не буду. Я поел. Тебе вот смотри тут. Забабахали. Как надо. Приятного аппетита, ваше благородие. Не спеши, может быть горячий. Здесь всегда кормят домашней едой. Повара готовят, стараются всегда. Проезжие очень часто останавливаются. Кафе у нас возле автостанции. Так что, кто будет мимо ехать, заезжайте. Всегда покормят, как положено. Телек дыбишь, да, дядь Володь? Надо, наверное, тебе такой повесить на стену. Не спеши, ваше благородие, не спеши. Никто никуда не гонит. Салфеточкой не забывай пользоваться. Тебе специально положили. Нормальный щи, а? Дядь Володь. Сань, дай поесть. А, все, все, все. Пардон, я дико извиняюсь. Я забыл, когда я ем, я глух и нем. Я тоже придерживаюсь этой поговорочки, но не всегда. Поэтому решил вот у тебя спросить. Каминчик у них здесь, все как положено. Красота. Автостанция наша, друзья. Все рядом. Я не стал.
уже пообедал как-то заранее, чтобы не переедать. Так, компанию составлю для дядя Володя. Ужин горячий. Спасибо за предложение. Я так понимаю, у нас сегодня снова двух холостяков открывает свои двери. Борис, мне кажется, что в последнее время Жанна слишком часто увлекает на жену походами по местам боевой славы. Слушай, наоборот. Я не привык даже работу себе искать. У нас все-таки каждый день новые идеи. Друзья, пишите, кто с какого города, всегда интересно. Всем буду отвечать по возможности. Также ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь ссылочкой, все приветствуется. Всех обнял по-братски. Ты как в джунглях. Все зеленое, красиво. Что? Тебе что, не мало? Саня. Да? Со свеклой. Свеклу любишь? Пускай будет. Витамины, Владимир Иванович. Полезная штука. Дурацкие платки, зачем мне нужны? Дурацкие? Это же уникальное. Все это будут вообще. Вообще уникальные. Только шерсть. Что такое? Ты глухли. Трапезничаем в кафе «Пароход». Очень часто здесь бываем. Котлеты что не доедаешь? Не могу больше. Хорош, да? Да. Ты хочешь жениться на ней? Ну и ладно. Не стоит насиловать себя, Владимир Иванович. Больше не могу. Не переедаю, Саня. Ну и правильно. Больше и не надо. Ты
Ну что, компот что не заказываешь? Будешь компот? Нет. Ну поперли тогда. Посиди, отдохни, малек. Пусть пища там устаканится, как положено. И пускай так и будет. Друзья, всех с наступившим Новым годом. Конечно же, с наступающим Рождеством. Всем здоровья крепкого. Пусть все мечты сбываются. Бог с нами, друзья. Ну что, погнали? Товарищ полковник. А куда сейчас поедем? Мне на работу надо съездить. А в Сбербанк съездим? Да съездим, а что? Как-нибудь съездим, Владимир Иванович. Попозже, вечерком. Давай сейчас съездим. Сейчас, подожди. Да съездим сейчас. А что не съездить? Сейчас, подожди, полотенце возьму. Красота у них здесь, как я и говорил. Всем приятного аппетита. Кто тоже кушает, оставайтесь с нами. Спасибо, всем рады. Смотрите нас по всем соцсетям. В каждой соцсети у нас одна единственная страничка. У кого будут сомнения, пишите в личку. Везде подтвержу голосовым сообщением. Чего никто не сделает на другом канале, которых полно мошенников. Также назвали каналы и обманывают вас, друзья мои, от моего имени. Что мне, конечно же, крайне неприятно. Такие подставы. Ну да ладно. Разберемся мы с ними тоже. Ну иди на перекур, Владимир Иванович. Сейчас я оплачу, да приду. Сейчас в Сбербанк надо съездить. Кури пока, сейчас выйду. Ага.